Более 300 экспертов и ученых из 16 стран собрались в Минске, чтобы обсудить большие данные. В Национальной библиотеке Беларуси стартовала третья международная конференция «Big Data и анализ высокого уровня». Почетными гостями на открытии форума стали первый заместитель министра связи и информатизации Дмитрий Шитко, полномочный посол КНР в Беларуси Цуй Цимин, а также представители Министерства здравоохранения и Нацбанка Республики Беларусь. Современная технология и вот как раз Big Data аналитика позволяет любой компании собирать данные у себя. Кроме того, собираются данные о бизнес-партнерах, что у них происходит. И третье, собираются данные из social media, из Twitter, Facebook и так далее, LinkedIn. Эти данные обрабатываются одновременно, дополняя друг друга. Например, что клиенты говорят о моем продукте, что клиенты говорят о продукте моих соперников. Что я должен сделать с точки зрения маркетинга или разработки новых продуктов, чтобы быть победителем вот в этом вот постоянном соревновании. Два дня в рамках конференции говорили об анализе больших данных в экономике, медицине, образовании, бизнесе и IT. Всего заявлено более 200 докладов. Свои исследования представили сотрудники белорусских и иностранных компаний, в числе которых IBM, Biznext и EPAM. С 80-х годов... Исторически, быть может, мы первая компания, которая начала работать с большими данными. Мы считаем, что рынок Беларуси – это стремительно развивающийся рынок в части именно Big Data. Сейчас он будет, как мы это видим, будет стремительно расти. И для нас это эта конференция – это хороший повод, что называется, подержать флаг, поставить свою ногу и сказать, что вот мы здесь, вот Беларусь, мы готовы для вас делать свои проекты, мы готовы предлагать вам свои продукты и решения. На этой конференции мы хотели бы познакомить людей с нашей компанией, с тем, что мы делаем. Хотели бы привлечь новые таланты, свежую кровь в нашу компанию. Мы занимаемся веб-разработкой, веб-мобильной разработкой. Также у нас есть несколько проектов, связанных с финтехом и машин-лёрнинг. В этом году в Бугуир состоится первый выпуск магистрантов по обработке больших объемов данных. Специалистов этой области ранее готовили только на курсах. Мы очень близки практически по всем своим специальностям к использованию больших объемов данных, их обработке, оптимизации и так далее. Поэтому конференция, безусловно, в тему нашему университету. Поэтому мы сегодня, безусловно, пригласили сюда и студентов наших, магистрантов, аспирантов, которые очень большую пользу будут иметь. Мы сюда пришли, потому что большое довольно мероприятие и очень интересно Big Data. Я на самом деле не очень много об этом знаю, но об этом все говорят, такая известная довольно тема сегодня. Это перспективная технология. Двумя днями конференция не ограничится. Специальные мастер-классы директора голландской компании Invisi Марка Стру пройдут с 10 по 13 мая. Любовь Еремеева, Сергей Янушкевич, молодежное телевидение Бугуир.